Меня зовут Евгений Кузнецов, я куратор литературного направления Открытого университета город Днепр. Открытый университет для меня это то место в городе, в котором сконцентрирована та энергетика, которую я могу пустить в свой мир, в себя. Вот, то место, где я могу встретить людей, с которыми мне интересно, и то место, которое, в принципе, не похоже на то классическое представление об университете, которое есть у многих у нас в голове. Это не классический университет, это не то место, где есть строгие преподаватели и непоседливые, шаловливые студенты. Это то место, где люди приходят осознанно, куда приходят осознанно, то место, где люди осознанно берут и получают ту информацию, которая необходима им здесь и сейчас. Это то место, где никто никого ни к чему не принуждает или не обязывает. Спасибо. Следующий вопрос. В чем ваша уникальность как курирующего направления? Ну, я бы не назвал бы это уникальностью. Вот, и я бы это назвал моя особенность. Моя особенность заключается в том, что я читаю книги, читаю осознанно. То есть я понимаю, для чего я это читаю. Я понимаю, что я буду делать с информацией во время чтения. И самое главное, что я буду делать с ней после чтения. Вот. И еще такой важный момент, это то, что я для себя осознаю, что та информация, которую я получу из той или иной книги, она может быть полезна человеку, который спросит у меня об этом, который попросит чем-то ему помочь, попросит дать ему какой-то совет. Поэтому я бы не назвал бы это уникальностью, я бы это назвал бы своей особенностью. Зачем я миру как профессионал? Все очень просто. Моя миссия, ту, которую я для себя определил, это миссия с помощью осмысленного чтения помочь людям изменить себя и свое окружение. Зачем это то, что я делаю сейчас в университете всему миру? Ну, давайте, наверное, будем двигаться шаг за шагом. Мы для начала определим, для чего то, что я делаю сейчас для этого города. Для города... Вы знаете, я устал видеть серые дома, серые лица, однообразные действия. Поэтому вместе с университетом моя большая такая мечта создать в университете, вместе с университетом создать то место, где живут книги, где люди смогут прийти туда, выйти из этой серости, в кавычках, вот, и остаться один на один со своим литературным героем, со своей любимой книгой, со своими друзьями. С теми друзьями, с которыми действительно не скучно. Но это не значит, что все остальные плохие. Нет. Просто это люди с такими же интересами. Интересом к книгам. Любовью к книгам. Любовью к осознанному чтению. Вот. На самом деле это круто, потому что в Днепре нет этого места. И вы просто на секунду подумайте, когда вы заходите в классный, освещенный, современный зал, где стоят куча классных новых книг на разных языках. Вы падаете в какое-то уютное кресло. И вы уходите от этого мира. Вы погружаетесь в тот мир, где вам действительно интересно и где вы хотите быть. Ну вот, если кратко, то так.